Василисурск сегодня отмечает свое 500-летие. К этой дате там проведено масштабное благоустройство. Возрожден центральный парк, который теперь будет носить имя 500-летия Василисурска. Также облагоустроено несколько видовых площадок. Самые главные изменения начались год назад, после рабочего визита губернатора в Васильсурск. Это была точка отсчета. После этого, значит, был организован областной оргкомитет во главе с Андреем Николаевичем Гневушевым. Вот с этого началось. А чем закончилось? Ну, во-первых, благоустроены самые-самые такие видовые места в Васильсурске. Это Шишкин мыс, это смотровая площадка на Калинина, это Орлиное гнездо. Здесь был раньше просто парк такой заброшенный, а вот сейчас идеально для играть с детьми. Гулять, отдыхать. Основная ценность Василисурска – это его жители. И буквально год назад инициативная группа из вас, жителей, которая инициировала процедуру подготовки этого большого праздника, и те начинания, которые сейчас в течение последнего времени были здесь продемонстрированы, это и благоустройство, общественное пространство, входит теперь в Алдай, как вы видите. Это только начало развития нашего уникального, самого хорошего, самого пейзажного места в этом Василисовском.